Волхв у народов Древнего Востока – мудрец, обладавший знанием тайных сил природы, наблюдавший за движением светил, предсказывавший по звездам судьбу. У древних славян – чародей, колдун, прорицатель, служитель дохристианских культов. Алтарь поклонения волхвов – один из самых прекрасных алтарей Северного Ренессанса. Сцену поклонения младенцу и Мадонне Дюрер всегда стремился показать в яркий солнечный день. Тусклые краски ночи и расплывчатость рассвета казались художнику неподходящими для столь торжественного момента. Наиболее известны три волхва, явившиеся с дарами Вифлеем на поклонение младенцу Иисусу. В Евангелии имена волхвов не указаны, но по традиции их называют Балтазаром, владыкой сокровищ, Яспером, Белым и Мельхиором, царем света. Первый из них принес в дар Иисусу золото, как символ царской власти. Второй – ладан, знак признания его божественности. Третий – миру, которое употреблялось при бальзамировании, как пророческое указание на ожидавшую Христа мученическую смерть. На своем пути в Вифлеем волхвы ориентировались по замеченной ими на востоке необыкновенно яркой звезде, получившей название Вифлеемской. Опустился на колени перед Христом старший из волхвов, Яспер. Внимательно разглядывает он тянущегося к нему младенца. Переглядываются стоящие сзади Бальтазар и Мельхиор. Они проделали долгий путь, следуя за путеводной звездой. Они принесли дары новому царю иудейскому. Но что-то смущает этих мудрецов. Смутные сомнения охватывают их при виде женщины в простой одежде. Еще секунда, и волхвы преклонят колени перед Спасителем. Но на картине Дюрера запечатлен именно миг колебания, миг сомнений.